Приветствую всех зрителей моего канала. Сегодня у нас очередной ролик, посвященный теме наработки одиночных движений и комбинаций на деревянном манекене Винчун Мукьянджонг. Сегодня на очереди блок Вунсал. Как и предыдущая техника, это двойной веерный блок. Одна рука выполняет нижний блок Тансао, верхняя рука. Нижняя рука выполняет нижний блок Бонсао, дай Бонсао, по нижней руке манекена. Итак, обратите внимание на то, что это движение, как и предыдущее, выполняется с поворотом тела. Поворот у нас начинается из стоп и проходит через все суставы и проявляется в руках. Разворачиваем хорошенько стопы. Особый упор делайте на стопу опорной ноги, на стопу загруженной ноги. Используем в движении разворот поясницы. И также, как и предыдущее движение, это движение можно нарабатывать мягко, слегка касаясь рук манекена при наработке просто технических действий. И в варианте для укрепления рук и для набивки вы можете делать эту технику более жестко. И также есть вариант наработки с фадзинь. Вариант наработки с фадзинь с выбросом усилия также позволяет хорошо натренировать ударные поверхности. Но обратите внимание на то, что при выполнении ударов с выбросами нужно прикладывать усилия правильными частями рук. То есть удары выполняются, блокирующие действия выполняются мышечными частями предплечий, а не костями. Для этого нужно слегка доворачивать руки, находя правильные зоны, чтобы не отбивать себе кости. Посмотрите более близко, как выполняется вот такой более жесткий вариант. Итак, спасибо за внимание. Если вы еще не подписались на наш канал, подписывайтесь. Ставьте лайки, если понравилось видео. Это стимулирует создание новых дальнейших видео.